самые криминальные города Украины. Для сравнения возьмем самые безопасные города. В их список входят Тернополь, Черновцы, Хмельницкий и Винница. Индекс преступности этих городов не превышает 29 баллов. В рейтинг же самых криминальных городов попадает Киев, который по криминалу занимает 4 место в Украине. Следом идет Харьков, занявший 3 место в этом рейтинге с индексом преступности в 48 баллов. На втором же месте находится Одесса с ее индексом преступности в 53 балла. Ну и наконец, самым криминальным городом как Украины, так и всей Восточной Европы с индексом преступности превышающим 53 балла считается Днепр.